Всем привет, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня я покажу, что нужно сделать, чтобы даже хилая рассада огурцов очень быстро выросла и заплодоносила. Итак, вот я специально накидала семечек огурцов в тазик с землей в огороде. И смотрите, они посажены были одновременно. Вот эти я ничем не поливала, ничем не удобряла. Они просто взошли и сидят. А вот эти я сразу после сходов полила. Посмотрите, как они быстро кинулись в рост. Точно так же любые огурцы у вас вырастут моментально, буквально за несколько дней вы увидите, как они набирают зеленую массу и как появляются молодые зеленцы. Что нужно сделать? Сделать очень простое действие. Развести таблеточку янтарной кислоты в литровой баночке воды и затем этим просто полить огурцы. Абсолютно любые огурчики любого сорта тут же кинутся расти и плодоносить. Причем янтарная кислота не способствует набору зелени, а именно ускоряет плодоношение и увеличивает его. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!